Случай опасной тропической болезни, зарегистрированный в Саратове. В межобластную ветеринарную лабораторию поступил труп среднеазиатской овчарки с признаками дирофилериоза. При этом заболевании в организме животного паразитируют круглые черви. В основном они поражают сердце и крупные кровеносные сосуды. Чаще всего это заболевание встречается у собак. Переносчиком его выступают комары и прочие кровососущие. Инкубационный период составляет 6 месяцев. При данном заболевании у молодых собак появляется одышка и редкий кашель. Ветеринары говорят, болезнь эта для животного не критична, питомца можно вылечить. Самое главное – своевременно обратиться к специалисту. По словам ветеринаров, для людей угрозы это заболевание не представляет. Протекает оно на собаках, хотя описаны случаи, то есть заболевания людей, но это в нашей стране они не регистрировались, то есть это, как правило, в тропических странах очень часто встречаемые заболевания. Вот. В нашем регионе, по-моему, не было таких вообще случаев ни разу.